на прекрасном стадионе встречаются две, ну, как мне кажется, невероятно интересные команды. Возможно, даже это главный матч тура. Если не так, то, во всяком случае, он точно самый интересный. «Нефтехимик» на родном стадионе принимает «Балтику» из Калининграда. Ждем свистка стартового. Первый удар по мячу наносят нижнекамцы. Лайкин на защитника, и оттуда Калугин сразу вперед. Длиннющий заброс своих в действиях своих футболистов. Цепляются балтийцы за мяч. Ой, ее передача какая, успеет Фомин, падает. И это не пенальти. Это не пенальти. Давайте повтор посмотрим, потом о статистике. Ну нет, 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 конечно нет. Мусаев пойдет в обыгрыш наверняка против Котова. Бьет левый ближний. Там Голубев. Большая, конечно, заслуга Андрея Голубева. Ну, настоящая стена в воротах «Нефтехимика». Долгое время, да, не мог он никак. У Андрея Голубева куча мала, самая настоящая. Давайте смотреть, принесет ли это успех. Пошел навес, борьба там. И удар будет. Да, будет удар, но мяч выше ворот проходит. Атаковал сейчас, не прижал. Давайте посмотрим повтор. Мягкий такой навесик. Там, смотрите, какая борьба была ожесточенная. И вот здесь пытаются как-то разыграть. Балтийцы, ой, какая скидка, классная, момент отличный. Мусаев бьет, и Мусаев не попадает. Просто из убойнейшей позиции Тамерлан Мусаев сейчас промахивается. Фантастический момент, классно все балтийцы разыграли, очень быстро, да, вот это великолепнейшая скидка, да, и вот кто тот гений, из ничего, да, Вагис может создать момент, здесь здорово, Мусаев, встать в корпус, бьет Мусаев, Голубев, Голубев, красавец, просто великолепно вышел из ворот, ну и вновь, да, вот пружина, здорово, кстати, перевести Бердников, ложный замах с левой, рикошет, его тут Дворецков успеет, бьет Дворецков и выставляет ногу Дудиев. Но перед этим опять же был офсайд. В любом случае этот мяч был бы не засчитан. Но было неплохо. Было неплохо. Но вот складывается немножечко такое ощущение, что нижнекамцы инициативу-то перехватывают. Базилюк спину поставил. Дальше Дворецков. Момент хороший. Латышонок. Здорово на выходе. Едва-едва не перекинул его Дворецков. Но вовремя. Просто вовремя вышел Латышонок. И очень классно сыграл в этом. Давайте угловой посмотрим. Галиуллин в штрафную. Здорово. Штанга. Нет. Спасает Латышонок. Добивание. Боже мой. Как мяч там сейчас. Створ-то не попал. Спасение записал там просто невероятное. Вот здесь, да, достал Латышонок, и тут Базилюк. Оттуда сразу, опять же, налево, туда еще ближе, да, к бровке. Кленкин, подача, Лазарев не достает этот мяч. Могло изменить направление полета. И вот как раз-таки, да, чуть-чуть совсем, вот где-то надо сыграть не так, как всегда. Как всегда, нижнекамцы там ничему не дают проходить. Здесь жесткий стык, и Голубев пострадал. Давайте смотрим. Опять же, Кленкин, да, конечно, в роли плеймейкера. Пошел заброс. Хорошо, Голубев на выходе. Да, и Гузина, конечно, на полном ходу влетает. Полторы минуты. Дворецков. Передача. Барсов. Технично. Барсов. Барсов бьет Латышонок. Вратарь Балтики. Давайте смотрим. Да и Барсов-то здорово как обработал. Ушел защитника и пробил-то. Ну и вот он, свисток. Боевая ничья в Нижнекамске в матче между «Нефтехимиком» и «Балтикой». 0-0. Хотя все могло быть, конечно, совершенно по-другому. Браво вратарям, браво игрокам обороны.